В Твери в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» продолжается благоустройство главной пешеходной улицы Трехсвятской. Ход работ в рамках выездного заседания проектного комитета проинспектировал глава города Алексей Огоньков. В настоящее время благоустройство находится в активной фазе. Работы идут согласно графику. Завершается подготовка основания дорожного покрытия и траншеи под лотки ливневой канализации. В ближайшее время начнется укладка гранитной плитки. Все это накладывается еще на программу туристического кода центральной части города Твери, в результате которой появятся лавочки, элементы освещения, указатели будут новые. То есть центр города, он заново туристически будет переосмыслен. В самом начале главной пешеходной улицы установят арт-объект – стационарный вернисаж, на котором тверские художники смогут более удобно размещать свои картины. Кроме того, в ходе реконструкции на Трехсвятской появится небольшой фонтан. Для его установки уже подведены необходимые коммуникации. Напомним, что Тверской Арбат стал основным объектом благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. При этом работы идут и в других местах центра города. Бульвар Радищева, у нас реконструируется Тверской проспект, у нас в ремонте таком комплексном. То есть центральные видовые места города получат, ну, собственно говоря, обновленное новое звучание. В частности, помимо замены тротуарной плитки, на исторических зданиях установят информационные таблички с QR-кодами. На люках стилизованные чугунные крышки. Также тут появятся новые указатели, скамейки и урны.